тебе не стыдно? Ну, пап... Так, мы скоро будем. Уже едем, понял? Пап, подожди, подожди. Не-не-не, все, пока. Да, ты прав. Теперь же никакой. Теперь все цвета смешались. Да не расстраивайся, мой. Да. Да, Серый. Хороший был отбеливатель. Да, слышу. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Привет, Катя. Что случилось? Нет, что вы, все хорошо. Не считая того, что сегодня 31 декабря. Да ты что? Да. О, Господи. И совещание в 12:00. Вы же не опоздаете? Я? Да. Точно? Нет, конечно. Ну, хорошо. Спасибо. До свидания. Ты должна ему сегодня все сказать. Ты меня поняла? Да, мам, да. Мы же уже об этом говорили. Ну, мы много раз об этом говорили. 100 раз. Давай сегодня будет самый последний раз. Мам! Да? Ну я же обещала, что все скажу, но этого достаточно. И не забудь, моя подруга приедет сегодня к 11. Вернись пораньше. Поможешь мне. Хорошо. Ой, бабушка с дедушкой. Бабушка, дедушка, привет, с наступающим вас. Сережа, Юля, привет. Привет, Андрюша. Вы мои хорошие. Как дела? Да, отлично, привет. Серж, идите к нам. Привет, бабушка. Иди сюда. О, бон матан, маншер, ами. Очень хорошо, очень хорошо. Сережа, садись в машину. Наступайте. Мы поехали. Здравствуй, Андрей. Пока. Бонжур. Надеюсь, ты помнишь, что в 10 вечера мы тебя ждем? В 10? Ой, я не знаю, я... Ничего слушать не хочу, в 10 вечера. Ничего, я... Будем посмотреть. Ничего слышать не хочу. Я тоже не хочу. Сегодня еще у детей, кроме елки? Значит, сегодня елка закончится в половине первого.
два часа Сережины одноклассники собираются на свой новогодний праздник в школьном буфете. Так. А потом дети попросили завести и купить подарки. Я подобрала Владимиру Петровичу пару подходящих адресов. Спасибо большое. Скажи, а Галина Михайловна, она уже премиальные выплатила? Сейчас заканчивает. Подарки от вашего имени сотрудникам на столы я уже разложила. Мы тут наметили маленький банкет на час дня, так, чтобы до двух уже всех отпустить. Не возражаете? Да-да-да-да. Ну, тогда все, мы с тобой в офисе увидимся, хорошо? Хорошо. Хорошо. Все, Катюш, пока-пока-пока. Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да? Да, здравствуйте. Господин Знаменский Андрей Владимирович? Да, да, слушаю вас. Вас беспокоит из юридического департамента вашего банка. Меня зовут Мария. Так. Хотела сообщить вам, что в ваш адрес направлено уведомление о взыскании полной стоимости выданного вам кредита. Сумма должна быть погашена до 14 января. А в противном случае счета компании будут заблокированы, и на ваше личное имущество будет наложен арест. Подождите, подождите. Мы же с вами обо всем договорились. Я разговаривал с вашим кредитным менеджером. Мне была обещана пролонгация. Ну что? К сожалению, ваша просьба была отказана. Ну хорошо, ну а почему вы мне сообщаете об этом сейчас, 31 декабря, когда я уже ничего не могу сделать? Ну вы знаете, мы имеем на это полное право. Сегодня официальный рабочий день. Извините, я спешу. Документы будут у вас послушайте. Сегодня. Наш первый рабочий день 13 Мария. Число. И у вас будет еще один день для того, чтобы что-то успеть сделать. Вы все поняли? Вы меня услышали? Еще как. С Новым годом. С Новым годом. Почему вы скажешь? Нормально. Здравствуйте. Доброе утро, Андрей Владимирович. Доброе, Катя. Вызови ко мне, пожалуйста, бухгалтера и юриста. Хорошо. 12-го в час, встреча с акционерами. А он ничего. Кто? Шеф пальто. В смысле? В смысле, ваш шеф очень привлекательный мужчина. Ну да, наверное. В 13:00, да? Да не в 13. Можно? Звали Андрей Владимирович. Да, здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Добрый день. Добрый. Полчаса назад мне звонили из ТСР-банка. Пролонгация нашего кредита отказана. Как? Они ж на все согласились. Ну вот так. Если мы не погасим до 14 числа 15 миллионов, счета наши арестуют, а имущество выставят на продажу. Но это невозможно. Мы за 3 месяца не соберем такую сумму. Я в курсе. Скажите, что у нас с долгами суперкниги? Конкурсный управляющий говорит, что с 40 миллионов мы получим 1-2 максимум. Да, и то месяцев через 10. Андрей Владимирович, вы подписали личное поручительство. Они теперь у вас все заберут. Галина Михайловна, что у нас на счету? После сегодняшней выплаты остается 1200, не больше. Андрей Владимирович, может попросить всех сотрудников вернуть премиальные? Поверьте, все поймут и поддержат. Не стоит. Ну, во-первых, это вряд ли поможет. Ну, а во-вторых, идите, отмечайте Новый год, я что-нибудь придумаю. Андрей Владимирович, я не знаю, насколько вам это поможет, но я по своим каналам узнал. Владельцами суперкниги являются некоторые акционеры нашего банка. И они сейчас целенаправленно банкротят свою книжную сеть. Потихоньку подбираются к нам и хотят нас разорить. А вам не кажется, что это все специально делается? Теперь уже кажется. Что-то они слишком настойчиво предлагали нам кредиты под остатки товара. Увы. Так, нашим ничего не говорить. Хорошо. Пусть люди спокойно встретят Новый год. Ну и... Хорошо. Идите. Спасибо. Со схемой проезда все понятно? Да, конечно. Постарайтесь быть не позже 22:45. Понял.
Ой, это так важно. Ну да, это очень важно. Что-то случилось? Алло. Ты поговорила? Мам, ну сколько можно? Ну я же тебя просила. Что? Не надо мне больше про это говорить. Катя, в конце концов, когда-нибудь это закончится? Ты куда? Почему тебя совершенно... Отнеси в шефу чай. Все, мам, все. Да, Саша, мне нужно именно 15 миллионов. Ну хорошо, а сколько ты можешь? Один? А когда? А вы кто? Вам Катя позже все расскажет. А пока... Сейчас, подожди, Саша, подожди. Пейте чай. Южно-китайский. Очень возбуждающий. Да, Саш, спасибо. Если что, я воспользуюсь твоим предложением. Давайте что-то карандаши поточим. Не стоило этого делать, пока я тебя не представила. Ну так представь побыстрее, я к тому же давно об этом мечтаю. Ты не очень-то торопишься? Нет. Послушай, хорошего мужика не надо упускать. К тому же, если он твой начальник. Этот, конечно, помят немного. Но это просто ему не хватает ласковой женской руки. Чушь! Что? А, ты в него влюбилась. Делом лучше займись. Да я все понимаю. Да нет, никто, конечно, тебя не заставляет квартиру продавать. Да я все понимаю, да. Просто хотел узнать. Можно? Хорошо. Давай, с наступающим. Пока. Садись. Андрей Владимирович, мне надо с вами поговорить. Да, я слушаю, Катя. Ну, в общем, я давно хотела вам сказать. Я очень хотела вам сказать, но просто... В общем, это мое такое давнее решение. Андрей Владимирович, вы меня слушаете? Да, Катя, слушаю, слушаю, конечно. Ну, в общем, я подобрала женщину, ну, можно сказать, девушку. Она образованная, у нее два языка, очень такая креативная, позитивная. Подожди, я не понимаю. Какую девушку? Ну, вашего нового секретаря. Это та, которая чай приносила? А зачем мне второй секретарь? Мне тебя достаточно. Андрей Владимирович, я ухожу. Так, куда уходишь? Ну, я ухожу от вас. Ну, нет, в смысле, из издательства. Подожди, сейчас мы скоро все уходим. Почему об этом говорить нужно? Андрей Владимирович, я ухожу с работы. Это мой последний день в вашем издательстве. Вот. Так, что за бред? Что тебя не устраивает? У тебя что-то случилось? Да нет, правда, ничего не случилось. Правда, все устраивает. Ну, подожди, тогда в чем дело? К чему весь этот разговор? Ну... Просто мне надо развиваться, думать о карьере, о себе. Так, пожалуйста, развивайся. Ну, кто тебе мешает? Ну, только в рамках нашей организации. Может быть, у тебя какие-то проблемы с зарплатой? Ну, что-то тебя не устраивает? Нет. Ну, правда, меня все устраивает. Просто я ухожу с работы, это мое итоговое решение. Я передала дела этой девочке. Если она вас устроит, то останется. А если нет, то вы можете ее заменить. Кать, я даже слушать ничего не хочу. Мы поговорим с тобой об этом после праздников, когда ты выйдешь на работу. Андрей Владимирович, меня не будет после праздников. Это было очень смешно, когда красивый король открыл свою пасть, и было видно, что он 3 дня зубы не чистил. Фу, у него еда застряла в зубах, торчала. Это было так смешно. А вот и Катя. Кать, с Новым годом! С наступающим Новым годом, ребятки! Мы тебе подарки купили. Мы специально искали по всему городу. Откроешь? Кать, ну открой! Открывай быстрее! Катя! А, ой, какая красивая упаковка! А можно я дома под свою елку положу, а потом под Новый год открою? Конечно, можно. Пусть мой подарок будет тебе сюрпризом, а Сережа подарил тебе машинку. Ну, Юль, ну кто так делает?
Зачем говоришь? Сереж, ты чего? Девочек бить нельзя. Тем более сестренку. Ты что? Привет, котенок. Здравствуйте, Владимир Петрович. И вас наступающим. С наступающим. Ну-ка, детки, давайте в комнату и папе не мешаем. Сейчас я подойду. Дети, желаю удачи. Ой, я вам тут кое-что приготовила. И для вас, и для Тамары Николаевны. Сейчас. Так. Ух ты. Катюнин, прости, а я вот как-то не подумал. Ну что вы. Да. Ну ладно, зато вон детки подумали. Да. Для меня это же лучший подарок. А... Андрей Владимирович, он у себя в переговорной. А, спасибо. С наступающим. С наступающим. Алло. Да. Дядя Юра, здравствуйте. О, привет, солнышко, привет. С наступающим вас. Тебя также, мы уже выезжаем, скоро будем. А, дядя Юр, дело в том, что папа просил передать вам, что в этом году мы отмечаем Новый год в узком семейном кругу. Подожди, 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 как же так? Мы же всегда вместе отмечали. А, ну, папа изменил планы. Странно. Ну, хорошо, с наступающим вас. Вас тоже. До свидания. Ну что, малыш, мы вернулись. Дети здесь пьют чай. Что-то случилось? Да так. Небольшие проблемы с банком. Кредит не могу вернуть. О. А что, детские книжки больше не продаются? Да нет, слава богу, продаются. Только вот деньги за них никто отдавать не хочет. С наступающим! Спасибо, пора. И тебя. Пора идти. Новый год скоро. Ты чего, домой? Сколько ждать можно? Давайте побыстрее, все, уходим. Спасибо, и вас тоже. Давай, пока. С наступающим. Счастливо. Ой, я что-то пропустила. Все уже ушли. Пойду с шефом попрощаюсь. А ты опоздала. Жаль. Ну, с Новым годом. Да, с до свидания. Годом. До свидания. Да, Андрей Владимирович. Катюш, подготовь, пожалуйста, детей, мы уже выходим. Хорошо, сейчас, ага. Привет. Привет. Ну как ты? Хорошо. У нас все в порядке? Да, Бонапарт. Все будет, как ты сказала. Я тебя так люблю. И я тебе. Сереж, что ты там сидишь? Иди ко мне. Иди. Ой, мой хороший. Ну что, детки, с наступающим, да? Дай бог, чтобы все было так, как вы задумали. Катя, мы оба тебя очень любим. А Сережа, он не помнит маму, поэтому ты кажешься ему лучшей тетей на свете. Спасибо. Ну что, ты совсем грустный, сынок. Устал? Да и есть немного. Дом, работа, дети. Знаешь, все как-то смешалось. В одном большом марафоне. Главное, иногда просто захожу в какой-то тупик. Юлька растет, такие вопросы задает. Уж не знаю, что и ответить. Сережка в основном молчит, но иногда так посмотрит, что лучше бы говорил. Ну что, идем? Ты, между прочим, вот так уже живешь 5 лет со дня смерти Нади. Между прочим. Да ладно. Мне часто вообще казалось, что давай, ты Сереж, не давай, выдержишь, давай, понимаешь? Давай, вот сорвешься. Да? Но давай, всякий раз, кстати, ты брал себя в руки и делал все правильно. Понимаешь? Я так думаю, то есть у меня такое ощущение, что в твоей жизни вот сейчас должны произойти какие-то перемены, понимаешь? Иначе весь остаток твоей жизни может превратиться вот в тот злосчастный тупик. Катюша, да, милый. Звонить тебе. Хорошо. И рассказывать, да, что происходит и как. О, конечно, ну что, конечно. Значит, до свидания, с наступающим. Подожди, сейчас оденусь, вместе пойдем. Не-не, у меня дела. Не могу, да. Вечер вообще друг другу поздравим. Как Бог даст. Пока, пока, дедушка. Пока, ребята. Сережа твой, Юля. Ну, друзья. Сережа, пока. Нас ждет Новый год.
Дети. Юля, Сережа, Сережа, Юля. Дети. Мамочка, дорогая, я надеюсь, ты одобришь то, что мы с Сережей хотим сделать. Алло, пап, привет. Вы далеко? Привет, малыш. Мы на даче с мамой. То есть, как на даче? Вы же должны были быть уже у нас. Ты знаешь, малыш, мы не приедем. Что значит не приедете? Мы же договорились. Скоро ты сам все узнаешь. Подожди, что я должен сам все узнать? Пап. Ну, не торопись. Скоро все станет тебе понятно. Пап. Пока-пока. Пап. Привет, Андрей. Да, это я. О, Андрей, привет. Привет, привет. Андрей, я очень далеко от твоего дома, Андрей. Я. Подожди, Серж, что значит далеко? Ты где? Нет, я территориально где-то рядом, но мысленно-то я далеко, Андрей. Я сейчас Елисейские поля. Серж. Эйфелевая башня, Андрей. Серж, ты что несешь? Скоро Новый год, ты что? Ты уже с Новым годом, Андрей, но я не могу прийти. Как? Я не могу быть с тобой, Андрей. Не могу. Андрей. Серж. Андрей, ничего не слышно. Подожди, послушай. Очень плохая связь. Слышь? У вас, Андрей. Я ничего практически алло. Не слышу, Андрей. Алло. Андрей. Алло. Он будет кричать, топать ногами, нас наказывать. Но ты ничего не бойся. Главное, молчи. Но это у тебя и так хорошо получается. Девочек бить нельзя, тем более сестру. Дети! Коль, привет, когда вы будете? Привет, Андрюш, где будем? Ну, как дела? У нас дома, где? Но мы к вам не собираемся. Так, что значит не собираетесь? Мы же всегда Новый год вместе встречаем, мы же договорились. Ну да, но ты же сам в этот раз все отменил. Я отменил? Да, Юля позвонила вчера вечером и передала твою просьбу, что в этот раз вы хотите встретить Новый год в узком семейном кругу. Слушай, я... Подожди. Слушай, старик. Коль. Прости. Коль. Тороплюсь. Теперь я готова. И что это значит? Минуточку. Алло. Да, Юлечка. Все хорошо, они через 7 минут уже будут. Отлично. Пока. Юля, что отлично? Какие 7 минут? Никаких. Мамуля, по работе. Какая работа? Ты же уволилась. Или не уволилась? Уволилась. Уволилась, мамочка. Можно я пройду? Меня просто дети попросили помочь им, я им обещала. Катя, очнись. Ты лучшие годы своей жизни отдала ему и его детям. Ничего вокруг не видишь. А он тебя даже не замечает. Думает, может, ты какая-нибудь домработница. Мам, ну хватит уже, а? Все кончено. Что отлично? Юля, кто позвонил дяде Николаю и сказал, что он хочет встретить Новый год в узком семейном кругу? Папочка, это я сказала. Только ты не волнуйся. Тебе сейчас волноваться не надо. Из-за этого у тебя морщинки на лбу, а из-за них ты выглядишь старшим. Какие морщинки? Юль, почему ты позвонила гостям и все отменила? Мам, почему да? 4 прибора? Ты же сказала, что твоя подруга будет. Да, придет моя давняя подруга Кристина Леопольдовна. И кто еще? Еще ее сын Роберт. Какой Роберт? Зачем он нам нужен? Ну, догадайся сама.
Кристина Леопольдовна, моя давняя подруга. Ее отец, секретарь горком партии, ну, бывший. А Роберт – вице-президент крупного банка. Умный, красивый, интеллигентный, образованный. Самое главное – не женат. Мам! Мы с Сережей приняли важное решение. Кстати, нас поддержал дедуля. Ой. Как? Как ты мог поддержать их? И главное, что я все это время ничего не знала. Я не знала! Я еду к нему. Никуда ты не поедешь. Я... Пока Юля нам не позвонит. Ну хорошо, поиграли, повеселились. Все было очень интересно, а теперь рассказывайте, что вы придумали. Папочка, ты скоро все узнаешь. Осталось совсем чуть-чуть. Что я узнаю? Вот. С Новым годом! Так, с Новым годом! Что-то воздушно как. Большое спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алиса. Я могу войти? А простите, вы уверены, что вы не ошиблись? Вы Андрей? Да. Я абсолютно уверена, что не ошиблась. Дети, привет. Привет. Положи подарки под елку. Ага. Послушайте. Примите пальто, пожалуйста. Да, я вас понимаю, но ничем не могу помочь. Очень скоро вы все узнаете. Кстати, у вас замечательные дети. А? Я открою. Здрасте. Добрый вечер всем. С наступающим. Привет. Ну что, Юленька, принимай. Ага. Я вижу, я не первая. Привет, привет. Ой, так холодно, ужас. Так замерзла просто. Простите, а? Ой, здравствуйте. Здрасте. Я Мария. Андрей. А я в курсе. Ухаживайте за мной, пожалуйста. Очберетку можно сюда? Слушайте, а давайте быстренько стол накрывать. Где тут кухня? А, вот. Ой. Вижу. Ну-ка, объясни, что происходит. Быстро. Ужасно. Папочка, не волнуйся. Еще чуть-чуть, и ты сам все узнаешь. Юля. Наступающим! Девочки, мальчики, всем привет! Юлька, помогай, держи. Давайте. Так. Кто будет ухаживать за мной? Проходи, проходи. Какие джентльмены. С наступающим. Жанна. Андрей. Очень приятно. Привет. Привет. Ну, раз все собрались, давайте расскажем папе, в чем тут дело. То, что мы тебе сейчас скажем, мы обдумывали очень долго. И Сережа со мной полностью согласен. Скажи, Сереж. Угу. Уже 5 лет нашей мамы нет с нами. Юля, мы что, будем это обсуждать с чужими людьми? Папочка, пожалуйста, не перебивай. Угу. Я долго готовилась. К чему ты готовилась? Юля, вообще, что происходит, а? Андрей, подождите. Да подождите. Секундочку. Ну, да. А вот это не педагогично. Угу. Не стоит так кричать на ребенка в присутствии чужих. О, пока, людей. Пока, да. В чьем присутствии? Знаешь что, это в конце концов, это мой ребенок. Это Андрей. Мои дети, это мой дом. Знаешь, Андрей, что я... никто... Андрюша. Андрей, пожалуйста. Никто не собирается... Не слушайте ее, дочку, вы, она слушайте, потом да готовилась, вас, но... обратилась к вам вежливо, обратите внимание на это. Очень скоро все узнаете. Продолжай, Юлечка, давай. Так вот, папочка, мы очень, очень благодарны тебе за все эти годы. Ты не спал ночами, поил, кормил, лечил нас, занимался нашим образованием, а еще работал и делал все, чтобы мы не чувствовали себя чего-то лишенными. Поверь, мы довольны всем, что есть и происходит в нашей жизни. Кроме одного. Нам кажется, что ты еще очень молодой, красивый, умный. Да. Ты достоин полноценной жизни. Ой, так трогательно. А нам с Сережей неплохо было бы иметь братика или сестричку. А то он постоянно стукает меня, как только ему что-то не нравится. Нельзя бить девочек! Вот видишь? И что? И то, папочка, о чем бабуля с дедулей так много раз тебе говорили.
Мы же слышали, как вы собирались на кухне. И они по много раз говорили тебе, что нам нужна мама, а тебе жена. Но ты всегда возражаешь. Ты говоришь, что сам заменишь нам маму. И что тебе не нужна даже домработница. А ведь это не так. Мы же видим, как тебе бывает грустно. Ты так сильно устаешь. Мы же понимаем, что тебе бывает очень одиноко. Юля, я... Это очень заметно. Да, я доскажу. Папа, я устала отказываться от бабушкиных нарядов. Она одевает меня, как в 20 веке. Ужас. Да. Мне нужна подруга, модная и красивая. Правильно. С которой мне будет интересно. Которая научит меня всему тому, что ты не умеешь и не знаешь. Я помогу. Я могу, девочки. Дизайнер, у меня со вкусом все в порядке. Я не знаю. Я знаю, я еще так знаю. Да и вообще-то еще не выросла, чтобы мне здесь... Вот, папа, я уже выросла, и Сережа тоже вырос. И то, что он всегда молчит, это потому, что у тебя нет времени с ним поговорить. Нам нужен еще кто-то, кто станет членом нашей семьи. Нам нужна мама. Ты моя крошечка. 6 месяцев назад мы объявили интернет-конкурс на замещение должности твоей жены и нашей мамы. Мы отсмотрели... Сколько мы отсмотрели? 628, да. Мы отсмотрели 628 заявок и выбрали из них 50 для очного тура. Потом отобрали из 50 10. В результате тестирования выбрали 3 наиболее подходящие для тебя кандидатуры. Мы исходили из того, что у тебя должен быть выбор. Алиса – актриса. Это я. Мария – врач-педиатр. Я представлялась вам. Жанна – бизнес-вумен. Все с высшим образованием. Но самое главное, все они очень хорошие, любят детей и, кажется, тебя тоже. Ну, насколько это возможно, конечно, пока. Нет, ну, полюбить человека... Да, фото по описанию. Нет, но описание детей было очень-очень хорошее. Нет, фотографии тоже были очень ничего. Да. Какие фотографии? Ну, где вы там, в Тунисе, на пляже. Такие красивые. Так загорелые, красивые. Откуда у вас фотографии, спрашивают? Ну, подождите, Андрей Владимирович, ну, вы должны понимать, что ваши дети старались... представить вас в самом лучшем виде. Да вы шикарные, поверьте. Да, это было очень достойно. Что за бред? Именно так. Когда это все закончится? Так вот, папочка, так как ты сам отказываешься сделать выбор, мы решили поставить тебе ультиматум. Что вы решили? У тебя есть 6 часов, чтобы до 5 утра выбрать одну из них в качестве своей будущей жены. При этом отмазки типа... Что, надо побольше присмотреться, не принимаются. К утру ты должен твердо произнести, кто из них станет твоей женой, и дать ей слово. И поверь, выбора у тебя никакого. Если к утру решения не будет, мы с Сережей переезжаем жить к бабушке и дедушке. Дедушка нас уже поддержал. Браво. Молодец. Все идет по плану. Молодец, Юля. Так, дамы и господа, большое вам всем спасибо за участие в нашем телевизионном шоу. Прошу выключить камеры, можете покинуть свои места, можете забрать свои подарки и встретить Новый год у себя дома. Прошу! Прошу! Дорогой Андрей, если вы думаете, что мы не были готовы к подобному повороту событий, то вы ошибаетесь. Мы понимаем, что вы удивлены и ошарашены, и вам понадобится некоторое время, чтобы смириться со сложившейся ситуацией и сделать правильный выбор. Но вы тоже поймите, дети неспроста затеяли все эти смотрины. Просто их достало уже одиночество. Андрей, поверьте, каждый из нас по-своему тоже одинок. Вот. И то, что мы втроем находимся здесь... Это доказательство того, что мы мечтаем встретить человека, с которым, возможно, удастся провести оставшуюся жизнь. Ну, Андрей, мы надеемся, что вы поймете, что именно здесь, сейчас находится именно ваша судьба. И они никуда не уедут. Правильно, потому что мы приехали на такси. Сейчас уже ничто не ходит. А я на маршрутке. Неважно. Но сейчас все равно уже не получится заказать 12:30 такси. Это правда же? Правда. Я с радостью увезу вас всех на своей машине. Не получится. Потому что Сережа спрятал ключи от твоей машины. И никому не скажет. Правда, Сереж? Да мне все равно, как вы отсюда уедете. Я прошу вас убраться из моего дома. Я не собираюсь встречать Новый год с авантюристками, которые воспользовались, которые внушили моим детям глупости. Андрей,
Это абсолютно прогнозируемо. Андрюш, ну правда, ну поверьте, никуда мы не уйдем. Ну? Мы уже полюбили ваших детей, хотим за вас замуж. Все. И, между прочим, мы не просто так участвовали полгода во всяких там конкурсах, чтобы вот так вот встать, взять и уйти от одного вашего крика. Поэтому остаюсь. Поэтому мы понимаем, что ваши дети выдвинули вам такие сложные условия, но они настроены серьезно. И это я вам говорю, как адвокат с большим опытом работы. Вы знаете, да я не собираюсь общаться ни с какими адвокатами, ни с какими актрисами, ни с какими педиатрами. Я вообще не собираюсь. Да мне все равно. Знаете что, вы немедленно покиньте мой дом, или я просто вас силой выставлю за дверь. Андрей, вы выгоните трех женщин в летней одежде на мороз? И вы считаете, что сейчас вы поступаете мужественно? А вы что считаете, что приходить ночью в чужой дом и себя предлагать, это очень женственно? Хам, почему? Девчонки, хам. Почему? Папочка, не обижай их, пожалуйста. Ты же не такой. Я не такой. Я не такой. Я такой. Я еще такой, что... И вообще, знаешь что, вот вас мне открылись новые стороны. Андрей, это понятно, они же растут. Конечно. Понимаете, у вас просто не хватает времени заниматься их воспитанием. И, между прочим, у вас Сережа именно поэтому все время молчит. Знаете, хотя произношение у него очень хорошее. Это не ваше дело, как я воспитываю своих детей. Кстати, сейчас самое время этим заняться. Так, немедленно поднимайте к себе в комнаты. И сидите там до тех пор, пока я не выставлю за дверь этих... Кого? Женщин. Немедленно поднимитесь к себе в комнаты. Я кому сказал? Юля? Сережа. Девочки, подождите. Спокойно. И сидите там. Вот так. Андрей, неужели вам никто не говорил, что нельзя кричать на детей? Тоже мне Макаренко. Знаете что? Я не желаю выслушивать в своем доме нравоучения женщин сомнительного поведения. Что? Я сейчас вам всем вызову такси и надеюсь, что подарки и печеное свое вы тоже заберете. Кстати, печеное. Конечно же, Андрей. Маша, смотри, Алиса начала уже конкурсную программу за мной. Да. Одну секундочку. Алиса, мы идем. Оп. Как у вас это ловко получается. Да, он у меня опыт. Такой. Немножко сноровки, ничего более. У Робе? Ага. Простите, у кого? У Робе, моего сына. Понятно. У Робе и его партнеров. Простите, извините, пожалуйста. А у партнеров почему? У партнеров по бизнесу. А, ну конечно. Катя. Что, мам? Так вот, а у Робе и его партнеров по бизнесу свой собственный виноградник во Франции. Да что вы говорите? Прямо по-настоящему во Франции? Да, во Франции. А тебя что-то удивляет, деточка? Нет, меня это поражает. Да. Да. Ну что, давайте выпьем? Да, давайте. Кать, извини, пожалуйста, что так поздно? Мне нужно срочно вызвать три такси. Андрей Владимирович, до Нового года осталось 30 минут. Никакой такси сейчас не приедет. Кать, послушай, продолжи тройной тариф. Пятикратный, пожалуйста. Андрей Владимирович, я не буду этого делать. Почему? Вы забыли, Андрей Владимирович? Я у вас больше не работаю. Так, что за ерунда? Я тебя никуда не отпускал. А я у вас не собираюсь спрашивать, отпускали меня или нет. Это бессмысленный разговор. Они никуда не уедут. Что значит не уедут? Ты о ком? Андрей, а вы с Катей разговариваете? Она никого не вызовет. Это она нам рассказала. Объяснила все ваши реакции. Вы можете у нее спросить. Она детям помогла ей конкурс организовать и отбор. Молодец. Такая молодец. Кать, ты что? Да. Кать, что, ты все знала? Да. Работа? Вы не ответили. Нет, уже не работа. Ваша мама сказала, вы сегодня уволились от какого-то деспота? Не ваше дело. Кать, как-то не очень вы меня жалуете. Ну что вы, как же можно не жаловать человека, да еще собственными виноградниками во Франции? Кажется, у нас будет веселый Новый год. Ну еще бы. А еще, знаете что? Что? Крестиком вышивать умею. Да что вы говорите? Это он?
Да вы что, все с ума сошли, что ли? Детям нужна мама! Господи. Они же не просто так на это решились. Немедленно приезжай и забери их отсюда. Нет! Пап! Я обещал. Дверь заперта. Кто еще вовлечен во все это? Что? Что? Горим! 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 Боже мой! Точно! Горим! Ай, горим! Боже мой! Горим! Ручки! Боже! Ручки, держи! Осторожно! Да хватит кричать! Доставай! Так, девочки! До Нового года осталось 25 минут. Да ладно? Да. Надо что-то делать. Поскоблим. Товарищи, пацаны, Сусик, мама горит. Между прочим, Андрей Владимирович, нас, ваш дом пригласили ваши дети. А они такие же полноправные хозяева. Положите на место, это не ваш дом. Вы сейчас меня напугали. И не кричите, вам это не идет. Значит, я в последний раз предупреждаю, убирайтесь из моего дома. Тихо. А то сама скоро узнаете. Тарелочку отдайте. Андрей Владимирович, не надо опускаться до базарного выяснения отношений. Я должен быть там, потому что я бы не хотел встретить Новый год здесь. Я должен быть там, потому что их там трое. А я здесь один. И он один, и я должен помочь. Я иду к тебе, Андрей. Нет, я не могу. Ты не должен этого делать. Ты потому что обещал, ты дал слово. И это будет очень плохо с твоей стороны, если ты откроешь дверь, зайдешь туда и... Я не могу. Я обещал, Юля. Юлия? Алло? Алло, Юлия? Да. Ты плачешь? Нет. Я слышу, ты плачешь? Нет, я не плачу. Я иду к тебе, Юлия. Надо позвать детей, скоро Новый год. Пока сюда. Ой, девочки. А это на тот крест основания. Да вы не волнуйтесь. Так, прошу прощения, меня просили не приходить. Но я так не могу. Наверху плачут дети. Сильно плачут. Ну что, доигрались? Я доигрался. Деспот. Я... Тиран! Кто? Да. Здравствуйте. Андрюша, откуда эти красавицы? Откуда? Оттуда. От верблюда. Да не адрес верблюда. Послушай, Серж, я буду рад, если ты сможешь забрать их отсюда. Ты что, хочешь сказать, что они уйдут? Никуда они не уйдут. Боже мой, какой темперамент, какая женщина. Стой. Да. У тебя есть машина? Да. Я тебя прошу, увези их отсюда. Андрей, ты что, с ума сошел? До Нового года осталось 5 минут. Хорошо, дай ключи, я их сам отрежу. Нет, Андрей, нужно праздновать, открывать шампанское. Девушки... Правильно, месье француз. Открывайте шампанское, ага. Если хозяин дома на это так, не способен. Кто вам позволил выйти из комнаты? Мы! Не бойтесь, дети, он вас не тронет. Проходите, идите за стол, скоро будем открывать подарки. Ага. Только попробуйте испортить им Новый год. Андрей, за тебя. Ты, наверное, счастлив. Ты, наверное, на седьмом небе от счастья. С Новым годом! Пусть он принесет нам много радости и успеха. И хорошие новости. И хорошие новости. Ну что ж, с Новым годом, солнышко. Пусть он будет последним в одиночестве. Алиса. Это ваш псевдоним или вас так зовут? А вы угадайте. С
Серж. Я актриса. Боже, сколько сюрпризов за один вечер. Да. Серж, нам пора, ты обещал. Посмотрим, да? Да, я обещал. Увы, но мне пора. Как уже? Серж, я с тобой. Нет, Андрей, нет. У тебя сегодня гости. Сегодня тебе нельзя в мой дом. Да. До свидания. До свидания. Пока, пока. Возвращайся. Везде французов. Серж, ты на кого смотрел? Тебе не стыдно? Я смотрел по сторонам. Я видела, как ты смотрел по сторонам. Так, давайте за хозяина дома. Да. С Новым годом. Спасибо. С Новым годом. Спасибо. Да, Андрей, пойдем. Простите. Будете салатик? Нет? Замечательно. Смотрите, какой оливье. Между прочим, это я. А вот вам налить. Мама, вы что предпочитаете? Знаете, многие мужчины вам очень советую попробовать именно это. А еще это. Отменный аромат. Я предпочитаю именно к этому мясу. Вообще, идет очень много салат, только оливье. Без оливье никакого Нового года не лагала. Я очень советую. Подожди. Ты чахный. Очень-очень. Дай мне. Вкус такой прекрасный. Да. Андрей Владимирович, с Новым годом вас. Спасибо. Как сделал мне подарок? Забери хоть. Маш, а можешь мне там передать яблочко? Не могу. Обязательно, чтобы я ничего не ел. Посмотри. Всегда. Опять работа? Рубе. Ну что же вы лезете постоянно, когда вас не просят? Катя, вернись. Не стоит, Антонина. Она вернется. А давайте я вам лучше расскажу, как мы охотились на львов. Ой, в Сахаре. Да, такая интересная история. Спасибо. Давайте выпьем. Пожалуйста. Вот так, к этому мясу, к этому блюду будет Андрей, очень бокал. Хорошо именно Даже, это вино. Наливай. Вот Маша. Не надо, у меня тут есть шампанское. Шампанский бокал. Куда Андрей, Андрюша? Пусть идет. Нервный. Давайте, за нас. Да, сложно будет, девочки, но мы справимся. Смелость города берет. Давайте, девочки, за нас. За нас. Помните, не тянем одеяло? Да. Как договаривались. Пузырьки. Скорее, там ребенок замерзает. Ну что, очень идет? Какой ребенок? Чей ребенок? Боже мой, откуда здесь ребенок? Где ребенок? На улице. Там, за углом. Андрей! Андрюша! Он нас обманул! Yes. Как бы не так! Андрюша, у меня слабые бронхи, Андрей, откройте, пожалуйста! Что же они задумали? А, ролевые игры! Серж, дай посмотреть! О, тихо! Да что же там происходит? Разговаривай, тихо. Вот теперь с Новым годом! Счастливчик. Серж, что там происходит? Контакт. Есть контакт. Хозяин, я дверь открою. Как вы вошли? На втором этаже было открыто окно. А я 6 лет занималась тэквондо. Алиса, мне очень холодно. Быстрее. Ой, господи. Ужас какой. А знаешь что, Андрей? А вот никуда мы теперь не уйдем. Ну, тогда уйду я. Андрей, вы что, нас покидаете? Ну, идите. Правильно, пусть идет, девочки. Пусть идет, все равно, я уверена, вернется! Девочки, а не вернется? Не судьба. Да. Короче, девочки, Новый год. Да. Давайте за стол, поехали. Угу. Стой. Алло. Андрей Владимирович? Да, слушаю вас. Кто это? Это ваш потный новый секретарь Эльвира. Кто? С Новым годом! Моего секретаря зовут Катя. Вас я не знаю. С Новым годом.
Ничего. После Нового года поближе познакомимся. Здрасте. До города нужно 3 человек. Что, я не таксист. Не подскажете, а 3-я улица, дом 22, здесь далеко? 3-я улица, дом 20. А это мой адрес. А вы кто? А вы Андрей? Да. Ну, здравствуй, Андрюша. Андрюша, что ж ты так сразу заваливаешься-то? А ну, поехали. Да ну, сейчас я тебе что принесу. Нет, дети, вам нельзя это смотреть. Это даже мне нельзя смотреть. Они что, целуются? Нет, пока нет. Но я думаю, скоро. Васенька. Вася. Андрюша. Андрюша. Я правда не хотела. Андрюша. Зачем надо было бить? Вася. А может быть, за льдом Вась. Сбегать, Маш? Как вы? Васенька. Андрюша. Вась. Андрюша! Вася, это я! Вася, все в порядке! Вася! Я актриса! Алло? Катя, представляешь, они уже начали целоваться. Целоваться? Да-да, представляешь? Быстро, однако. Ну, мы побежали, надо то отрезать. Ну, целоваться я вам не предлагаю, а предлагаю помириться. С Новым годом. С Новым годом. Как там еще говорят, с новым счастьем. Оно вам, кажется, понадобится. Как он мог? Как он мог такое сказать? 3 года! 3 года я любила его! А он? Он кормил только своими обещаниями. Возит свою маму и женится на мне. Начало только одни романтические тайные встречи на ночных дежурствах. Да кто он такой, этот крендель? Он не крендель, он хирург. Понятно, значит, служебный роман. А как зовут твоего хирурга? Василий. Василий, понятно. Приводи в чувство Василия. А как? Ну, как? Не знаю, ты же медсестра. Девочки, у меня аптечки нету. Всё. Я растерялась. Так, прекратите истерику. Что? Васенька, у тебя ничего не болит? Как ты себя чувствуешь? Ты как? Василий, вы не хотите извиниться? Да. Это с чего еще? Как это с чего? Вы оскорбили 3 женщин и не видите повода извиниться? Вам что, мало одного нокаута? Правильно. Ну-ка, встань.
Те, пойдем, выйдем. Те. Ой, тихо, не надо, тихо, надо. Чего? Пожалуйста, он не чемпион университета по боксу. А, за юбку спрятать, да? Что? Ты что слышал? Вася. Да я сейчас. Нужна твоя курица. Что? Это кто курица? Я курица? Нет. Вася! Курицу! Так что я теперь без работы, 28 лет и без каких-либо перспектив на личную жизнь. Ну, вы, разумеется, не в счет. А. Ну, Катенька, я вас спешу огорчить, вы тоже не в моем вкусе. Вот именно поэтому мы с вами еще здесь и пьем. У нас друг другу нет никаких претензий и никаких вопросов. А что у вас были? Претензии или вопросы к Андрею? Нет. А вот у него были. А еще у его папы, мамы, детей и все знакомые вокруг. Ну, у всех. А сейчас-то все закончено? Да. А давайте выпьем, а? Давайте выпьем за то, чтобы быть кому-то нужным в этом мире. Потому что вот я, по-моему, никому не нужен. Этого как-то горько. Ну что вы, такой плейбой найдет себе подругу? Черт его знает. Не везет как-то. Нет, женщин-то много, но они все как одна похожи на мою маму. Как? Как ты могла мне изменить? Ну, не изменяла я тебе. Ну, я же видел в твоей почте. Все прочитал, я видел его фотографию. Адрес. И приглашение провести Новый год. Ты, Василий, поймите. Приглашение прислали дети Андрея. Дети? При чем тут дети? Они хотят, чтобы одна из нас стала их мамой. Ну, то есть его женой. Да, мы прошли долгий кастинг. Мы финалистки отборочного тура. Вы... Соответственно, он должен сегодня выбрать, на ком из нас жениться. Совершенно верно. Да. Какой-то бред. Вот и я говорю, бред. Зачем тебе муж? У тебя же есть я. Ты? У меня есть ты, да? Солнышко, как насчет того, чтобы увидеться сегодня вечером? Ой, прости, милая. Никак, давай завтра. Любимая, самая-самая-самая моя лучшая на свете. Но на этой неделе никак! Алло, полиция? Дежурный лейтенант Макарян, слушаю. Здравствуйте, вас из Петрушин беспокоит. Третий Ленин, дом 22. С Новым годом! С Новым годом! Вы знаете, 2 часа назад ко мне ворвались 3 женщины и не хотят уходить. Вооружены? Кто? Я? Нет, женщины. Да нет, конечно. А что хотят? Да вы не поверите. Да вы скажите. Тут бред какой-то. Они... Говорите, говорите. Они хотят, чтобы я до утра выбрал одну из них себе в жены. Серьезно? Молодые? Ну, вроде да. Красивые? Да ничего. Может, глупые? Да нет, умные. Ну что тогда, Дину, давайте жениться, слушай. Так, я не понимаю все. Дети наверх! Папа!
Василий. А трое вас. Три слова женщины. Андрей. Что? О, Андрей! А что ты хотел? Где? Где они? Андрей, у них условия. Ты сначала должен сделать выбор, а потом ты можешь увидеть их и меня. Передай им, никакого выбора не будет. Так, дай ключи от машины. У меня нет машины, Андрей. Серж? Ну, Андрей, я же обещал. Серж, мне плевать на то, что ты обещал. Отдай ключи. Нет, Андрей, этого не бить. Я тебе никогда, никогда ничего не обещал. А ты думаешь, я этого не понимала? Но я все равно ждала. Потому что я любила тебя. Я тебя тоже любил. Тоже любил. Я тебя и сейчас люблю. Не любишь. Не любишь. Нет, не любишь. Кажется, одна конкурентка уже отвалилась. Или они окончательно рассорятся, или к утру поженятся. Предлагаю оставить их здесь парковать и пойти поискать нашего красавца. Что, решающий раунд, подруга? Угу. Победит сильнейший. Если бы ты любил, ты бы не устроил здесь такой бардак. Знаешь что? Если бы я этот бардак не устроил, ты бы вообще вышла замуж неизвестно за кого. Я не вышла замуж. Хватит! Замолчи! Папа, ты убил Сержа? Как? Как убил? Не может быть. Но там же кровь. Ах, вот вы где, Андрей! Серж! Что это? Что случилось? Кажется, я... Серж! Я убил Сержа. Что? Как? Серж! А за что? Серж. Как вы могли? Нет, подожди, может, он еще жив? Давайте на диван делаем дальше. Да, давай, там мягче. Слушай, что за все это время он не пытался к тебе ни разу пристать? Нет, он же не видел во мне... женщину. Все его звонки были только по делу. Алло? Катя, вызови полицию, скорую помощь, я убил человека. Что? Кого убили? Серж, найди адвоката, надо оформить опекунство над детьми. Владимирович, меня слышите? Вы куда пропали? Катя. Подожди. Ой-ой-ой. Подожди. Раз, два, три. Я знала. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Вы не двигайтесь, я за водой, быстро. Я знала. Искусство спасет мир. Андрей, да вы что, с ума сошли? Так он жив или мертв? Определитесь как-то и... Прекратите мне звонить. Я у вас больше не работаю. Не работаю. Люленька, внученька, что у вас там происходит? Бабушка, у нас все хорошо. А что ты там делаешь? Да, кровь вытираю. Кровь? Да, кровь. Целую лужу. О, боже. Ой, бабушка, только ты не волнуйся. Это не кровь вовсе, а вино. Папа Сержа ударил, и он упал. Папа думал, что убил его, но на самом деле только ранил. Но теперь у нас все хорошо. Только Серж на диване почти как мертвый и такой смешной. Тоночка, что с тобой? Это лучший год моей жизни. Это же необыкновенное чудо. Упасть и очнуться в объятиях любви. Алиса. Зови Сережу и пошли домой. Да, слушай, я даже не знал, что все так запущено.
Когда твоя мама сказала, что ты ушла, я подумал, это из-за коммерческих проблем. Каких проблем? Ну, коммерческих. Ну, издательство ваше разоряется. Шефу твоему платить за кредит нечем. Да и зарплату уже, наверное, не платит. Зарплату и премиальный Андрей всегда платит вовремя. А с чего ты решил, что издательство разоряется? Ну, как сказать. Он же банку нашему должен. Но отдать, по-моему, не успеет. И что тогда? Да все как обычно. А что обычно? Кредитор требует заемщика сумму в полном объеме, в досудебном порядке. Твой шеф еще умудрился подписать личное поручительство. А когда это произойдет? Да после Нового года и произойдет. Денег он все равно нигде не найдет. Ну что, великие комбинаторы, ваш план провалился, да? Может, поспим? Я не хочу. А уже поздно? Если ты со мной посидишь, может быть, я и засну. Хорошо, договорились. А сейчас бегом одеваем пижамы. Угу. Да. Почему вы не сказали, что издательство разоряется? Вы не понимаете, что происходит? Они же отберут у вас все, даже ваш дом. Ну что же вы молчите? При чем тут ты? Ты же у меня не работаешь. Что ты от меня хочешь? Да при чем тут, работаю или не работаю? Ну, подумайте, что станет с детьми, с вашими родителями. Ну, с вами тоже. Мои дети, мои родители. Соседа даже, милиционер требует от меня того, что я не хочу. Моя секретарь, она уходит с работы без объяснений причин. Дело всей моей жизни рушится, а в моем доме ругаются совершенно посторонние люди. Катя, я не знаю, что вы от меня хотите. Я просто устал. Ну, Андрей, пожалуйста, не банкротьте фирму. Я вас очень прошу. Вы не имеете на это права. Новый год закончился. Начались трудовые будни. Кать, прости. Ты, конечно, хорошая девочка. Но к бизнесу это никакого отношения не имеет. Андрей твой сам во всем виноват. Ну, если этот дурачок подписывает так легко все документы, ну, пусть сам себя и винит, ну. Кстати, не все равно, а? Ты же там больше не работаешь. А где Роберт? Дурчик. Сама свое счастье рушишь. Почему папа не захотел нас слушать? Мы же хотели, чтобы всем было хорошо. А ты думаешь, ему действительно это было нужно? Ну, конечно. А мне кажется, что вы и до этого жили неплохо. А теперь он будет все время переживать, думать. Все ли правильно он сделал в своей жизни? Правда? Угу. Ну-ка. Завтра утром вы проснетесь, нас уже здесь никого не будет. Папа тоже отдохнет, успокоится, все забудет. И будете вы жить как раньше, весело и счастливо. Ты посидишь со мной? Угу. Приятных снов. Thank you.
Так. Андрей, а где труп? Да нет никакого трупа. Нет, надо удостовериться. Что у тебя с глазом? Ну, пошли, пошли. Это Жанна. Жанна, это Катя. А где Андрей? Он мне срочно нужен. Я не знаю, он ушел из дома. А что-то случилось? За минуту не объяснишь. Ну, ты попробуй. Почему я не встретил тебя лет 5, 10, 15, 20 лет тому назад? Милый, тогда тебя бы посадили за совращение несовершеннолетних. Я согласен. Это намного лучше, чем жить с самодовольной стервой, какая была моя жена. А где же она теперь? Она на юге Африки живет со своей чернокожей ассистенткой. И они счастливы. Прекрасно. Ну-ка. Ой, кажется, жив. Сеси, что с глазом? Пустяки. Très bien. А, пошли, пошли. Срочно. Слышишь? Срочно пришли мне его телефон. Да, прямо сейчас. 13-го будет уже очень поздно. Я жду. Полгода назад я ушел из дома. 3 месяца назад я развелся. Вот. Все ради тебя, чтобы быть с тобой. А почему ты мне не сказал об этом? Я хотел сделать сюрприз. Я понимал, что ты уже не поверишь, что я решусь на этот шаг. А как только развелся, вдруг узнал, что ты ходишь на какие-то встречи. Ну, хорошеешь прям на глазах. Обсуждаешь с кем-то какого-то Андрея. Но ты же понял, почему это произошло. Я понял. Понял. Прости меня. И выходи за меня замуж. Ой, ну слава богу. Все хорошо? Да. Я пойду приготовлю чай. А я наверх пошел. Ага. Что у тебя с глазом? Вы знаете, мы с вами не знакомы, но поскольку время позднее, я предлагаю сразу перейти к делу. Интересно. Ну, давайте, я вас слушаю. Вам, наверное, знакомо адвокатское бюро «Фридман», «Подольская и партнеры». Ну, допустим. Замечательно. Так вот, я Подольская Жанна Владимировна. А теперь, многоуважаемый Роберт, послушайте меня внимательно. Я вам расскажу, что может произойти с вашим банком и с вашими акциями, если вы только попробуете приступить к банкротству издательства Андрея Знаменского. Наше агентство занималось исками акционеров вашего банка к вашей же торговой книжной сети. То, что банкротство фикция, нам доказать не составит труда. Мы даже в суд не пойдем. А просто передадим список акционеров вашего банка прессе. Вы можете представить, что случится с акциями вашего банка на следующее утро. Ну, чего не спишь?
Серега. Давай-ка спать. Спокойной ночи. Ты уж прости меня, малыш. Я думал, как-то пройдет все. Думаешь, проще, веселее. К тому же Новый год. Ты понимаешь, детям очень хотелось, чтобы кто-то появился еще в нашей семье. И чтобы ты мог надеяться не только на себя, но еще на кого-то. То есть в тяжелый момент кому-то позвонить. Ни мне, ни бабушке, ни приятелю. Понимаешь, женщине, которую ты любишь и которая любит тебя, понимаешь? Всегда звонит Катя. Но при чем тут Катя? Ты всегда звонишь Кате по любому вопросу. А я ей звоню, когда у меня жопа шатался. А еще она ему уроки делает. Только помогает. А еще она ему сказки на ночь рассказывает. Это как это? По телефону. Когда ты нас укладываешь, думаешь, мы спим, он ей звонит, и она ему рассказывает. Ой, ну что тут делать? Ну ты без Катеньки бы просто зашился. Ну она же как настоящий член семьи. А она, наверное, как настоящая мама. Вот, это он сказал. А я-то думала, только мне так кажется. Катя точно такая, какой должна быть мама. Катя от нас уходит. Как уходит? Почему уходит? Мы не дадим уйти. Надо ее вернуть. Ну так, очень просто, без причины. Говори со мной, она не хочет. Я не знаю, что теперь делать. А ты никогда не думал, что та, которую искали дети, она всегда была рядом? Но она же решила уйти. А может, она решила уйти, потому что не могла больше оставаться? Папа, не отпускай ее. Мы тебя очень просим. Серега, где ключи от машины? Ну, возьми нашу. Да. А все-таки хорошо, что мы приехали на своей машине. Ну вот, а ты говорил такси, такси. Кто говорил? Я говорил. А бензин? Что?
Мама! Такси будет через 5 минут. Ты со мной? Жан, ты езжай. Но я останусь тут ненадолго. Ненадолго? Ну, но надолго. Ну, ясно. Ну, я тогда поеду. С Новым годом! И тебя с Новым годом! Давай! Пока! Пока! Алиса! Иду! Я тебе говорила, что в этом году мы не пьем с тобой ни капли! Я говорила тебе! Так я ж не пил! Я тебе это говорила же! Не пил я! О, давай поможем! Подольская Жанна Владимировна. Да, а вы кто? А я тот, кого полчаса назад грозились обанкротить и ославить по всему белу свету. Я взяток не принимаю. Да помилуйте, какие же это взятки? Бог с этим вашим Андреем, ну. Я уже на все согласен. Да? Тогда что вы тут делаете? Вы знаете, я приехал посмотреть на женщину, которая, кажется, может со мной справиться. Как насчет кофе? Эти цветы на морозе замерзнут. Это вам. Запомните, я люблю кофе по-восточному. Прошу. Прости меня, доченька. Я не знала, что ты его действительно так сильно любишь. Катя! Что мне так много времени понадобилось, чтобы это понять. Скажи, ты станешь моей женой? Да. Катя, 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 Катя
женится, ты проспорил. Да забирай, меня мама новых хопит. А скажите, а начальник женат? Не-не-не-не, что вы. Мне лучше, чтобы женат. Я тут просто недавно обожглась на одном удавце. А... Алло? Алло?